Друзья, в продаже у нас появилась Toyota Corolla 2006 года на бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, 110 лошадиных сил. Автомобиль на автомате, на переднем приводе. Всего два владельца. Хорошее состояние у автомобиля. На литых дисках. Передние электростеклоподъемники автоматические. Электрорегулировка зеркал. Штатная мультимедиа, кондиционер, подогревы передних кресел. Сзади у нас механические стеклоподъемники. Автомобиль в хорошем состоянии, два владельца, на автомате передний привод.